друзья! Меня зовут Зап, и сегодня я расскажу вам о комплексе Сурья Намаскар «Приветствие Солнца». Это комплекс из 12 асан, который поможет вам поддерживать тело и ум в бодром и активном состоянии. Несколько советов. Во время практики вы не должны испытывать боль или сильное напряжение. Делайте асаны так, чтобы эти ощущения вас не отвлекали. Запоминайте детали, но не старайтесь все делать в точности так, как вам показываю я или как вы увидели на картинке в интернете. Мы все разные, и нам предстоит познакомиться с нашим собственным телом. Не судите и не оценивайте себя. По мере освоения асан вам будет становиться все легче и легче. У вас все получится. Особенно важно, выполняя асаны, продолжать дышать. Не задерживайте дыхание. Если вам тяжело, сделайте паузу и отдохните. Это нормально. Затем возвращайтесь к практике и дышите так, как показано в видео, делая вдохи, выдохи и паузы. Также важно наблюдать за своими ощущениями. Какие мышцы у вас тянутся, какие расслабляются, как вы это чувствуете. Старайтесь не отвлекаться. Не стоит думать о том, какие у вас планы на день или чем вы позавтракали. За пару часов до практики лучше не есть. А самое лучшее время для Сурья Намаскар – это утро после пробуждения. Я расскажу вам очень подробно о каждой асане, а затем мы выполним 12 подходов – 6 на правую ногу и 6 на левую поочередно. Когда вы будете заниматься по этому видео и запомните все подробности, включайте его сразу с начала 12 подходов. Это видео – первая из серии обучающих видео, посвященных Шавананда-йоге, очень внимательному и медитативному стилю йоги. Я приглашаю вас скачать полное обучающее видео. Более 1,5 часов подробных объяснений каждой асаны, разминка, мантры и техника расслабления. Вы сможете легко и безопасно построить вашу личную домашнюю практику. В конце этого ролика вы найдете информацию о том, как скачать это видео. Давайте приступим. Мы начинаем комплекс с отстройки первой асаны, пранам-асаны. Стопы стоят вместе, мы чуть-чуть сгибаем колени, выдвигаем копчик вперед, плечи отводим назад и вниз, собираем руки в намасте. Приподняв пальчики на ногах, мы можем почувствовать, как баланс распределяется по всей стопе. Мы немного сгибаем колени, чтобы смягчить их. Выдвигаем копчик вперед, чтобы убрать прогиб поясницы. Собираем руки в намасте и отводим плечи назад и вниз, выравнивая грудную клетку. Макушка направлена вверх, вытягивая и удлиняя шею и позвоночник. Все тело готово к практике. Со вдохом мы поднимаем руки вверх, хаста уттанасана. Ладони плотно касаются друг друга, плечи слегка опущены вниз. Наблюдайте за ощущениями во всем теле. Дыхание спокойное и ровное. С выдохом мы опускаем руки вниз и прикладываем ладони к полу. Пальчики рук и ног в одну линию. Если вы не можете полностью приложить ладони к полу с прямыми ногами, вы можете согнуть колени настолько, насколько вам это необходимо. Голова свисает вниз к полу под своим весом. Со вдохом мы отставляем правую ногу назад, Ашвасан Чаланасана. Мы выпрямляем заднее колено. Угол в передней ноге 90 градусов. Проекция колена уходит в пятку или дальше за пятку. С выдохом мы отставляем вторую ногу назад, Дандасана. Тело прямое и ровное, копчик слегка заправлен внутрь. Макушка указывает вперед. Почувствуйте, как работают мышцы пресса. Здесь мы задерживаем дыхание и опускаемся в аштанга намаскару, позу 8 точек. Сейчас вы можете дышать. В обычном выполнении асаны задерживайте дыхание. 8 точек. Это наши стопы, колени, грудь, ладони и подбородок. Почувствуйте, как уходит нагрузка с поясницы.
Со вдохом мы отталкиваемся вверх Бхуджангасану, возвращаем стопы на пол, плечи отводим назад и вниз. Макушка вытягивается вверх. Не держите локти прямыми. Если вы немного их подсогнете, ваше тело сможет само найти правильное положение. С выдохом мы толкаем себя в Парватасану, позу горы. Пальчики расправлены на полу. Обратите внимание на то, чтобы ваша спина была как можно более прямой. Грудная клетка опускается к полу, живот подтягивается к бедрам. Голова свисает к полу под своим весом. Пятки подтягиваются к полу настолько, насколько могут. Дыхание спокойное и ровное. Со вдохом мы переставляем правую ногу вперед. Ашвасан Чаланасана. Дошагивайте до ладоней. Если у вас не получилось это сделать с первого раза, вы можете подползти пальчиками вперед или даже переставить ногу рукой. Обратите внимание, снова 90 градусов в переднем колене. Макушка вытягивается вверх. Мы наблюдаем за ощущениями в паху. Выдох. Мы переставляем левую ногу вперед и возвращаемся в Падхасанасану. Ладошки прижаты к полу. Колени, если нужно, согнуты. Голова свисает вниз под своим весом. Со временем в процессе практики вы сможете постепенно разгибать колени и будете выходить в положение с прямыми ногами. Копчик подтягивается вверх, дыхание свободное и ровное. Со вдохом мы поднимаем руки вверх, Хаста Уттанасана. Тело снова вытягивается вверх, плечи чуть опущены, ладони прижаты друг к другу. Выдох, пранам асана. Это был подход на правую ногу. Давайте повторим на левую ногу. Пранам асана. Осмотрите стопы, колени, копчик, плечи и макушку. Ладони мягко касаются друг друга. Мы делаем вдох и выдох. Со вдохом мы поднимаем руки вверх. Ашвасан Чаланасана. Все тело тянется вверх. Выдох. Опускаемся вниз и прикладываем ладони к полу. Падхасанасана. Вдох. Левую ногу мы отставляем назад. Ашвасан Чаланасана. Смотрим вверх. Заднее колено прямое. Выдох. Дандасана. Тело прямое, макушка тянется вперед. Задерживаем дыхание Аштанга Намаскара. Колени, грудь и подбородок на полу. Вдох. Бхуджангасана. Отталкиваемся от пола. Плечи отводим назад и вниз. Выдох, Парватасана. Толкаем себя назад. Спина как можно более прямая, пятки подтягиваются к полу. Вдох, левой ногой мы дошагиваем до ладоней. Ашвасан Чаланасана. Смотрим вверх. Выдох, Падхасанасана. Тянемся вниз. Колени, если нужно, согнуты. Вдох. Хаста Уттанасана. Тянемся вверх. Выдох. Пранам Асана. Мы разобрали подробно комплекс Сурья Намаскар. Когда вы запомните все детали и будете готовы к самостоятельной практике по видео, начинайте просмотр с этого момента. Давайте приступим к выполнению 12 подходов. Итак, встаньте прямо и ровно, стопы вместе, ладони в намасте.
пранам асана. Сделайте вдох и выдох в этом положении. Со вдохом потянитесь вверх, хаста уттанасана. Выдох, мы опускаемся вниз, падахастасана. Вдох, правая нога назад, ашвасан чаланасана. Выдох, дандасана. Задержка, аштанга намаскара. Вдох, буджангасана. Выдох, парватасана. Вдох, правая нога вперед, ашвасан чаланасана. Выдох, падахастасана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох, пранам асана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох, падахастасана. Вдох, левая нога назад, ашвасан чаланасана. Выдох, дандасана. Задержка, аштанга намаскара. Вдох, буджангасана. Выдох, парватасана. Вдох, левая нога вперед, ашвасан чаланасана. Выдох, падахастасана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох, пранам асана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох, падахастасана. Вдох, правая назад, ашвасан чаланасана. Выдох, дандасана. Задержка, аштанга намаскара. Вдох, буджангасана. Выдох, парватасана. Вдох, правая вперед, ашвасан чаланасана. Выдох, падахастасана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох, пранам асана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох, падахастасана. Вдох, левая назад, ашвасан чаланасана. Выдох, дандасана. Задержка, аштанга намаскара. Вдох, буджангасана. Выдох, парватасана. Вдох, левая вперед, ашвасан чаланасана. Выдох, падахастасана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох, пранам асана. И еще чуть побыстрее. Вдох, два. Выдох, три. Вдох, правая назад, четыре. Выдох, пять. Задержка, шесть. Вдох, семь. Выдох, восемь. Вдох, правая вперед, девять. Выдох, десять. Вдох, 11. Выдох, 12. Вдох, 2. Выдох, 3. Вдох, левая назад, 4. Выдох, 5. Задержка, 6.
Вдох 7. Выдох 8. Вдох левое вперед 9. Выдох 10. Вдох 11. Выдох 12. Встаньте так, чтобы стопы были на ширине плеч, ладони открыты вперед. Закройте глаза и понаблюдайте за своими ощущениями. Восстанавливайте дыхание, отмечайте сердечный ритм. Почувствуйте, что изменилось после выполнения 6 подходов Сурья Намаскар. Как вы ощущаете себя теперь? Давайте повторим еще 6 подходов. Пранам асана. Сделайте вдох и выдох в этом положении. Со вдохом потянитесь вверх, хаста уттанасана. Выдох, мы опускаемся вниз, пада хастасана. Вдох, правая нога назад, ашвасан чаланасана. Выдох, дандасана. Задержка, аштанга намаскара. Вдох, буджангасана. Выдох, парватасана. Вдох, правая нога вперед, ашвасан чаланасана. Выдох, падахастасана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох, пранам асана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох, падахастасана. Вдох, левая нога назад, ашвасан чаланасана. Выдох, дандасана. Задержка, аштанга намаскара. Вдох, буджангасана. Выдох, парватасана. Вдох, левая нога вперед, ашвасан чаланасана. Выдох, падахастасана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох, пранам асана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох, падахастасана. Вдох, правая назад, ашвасан чаланасана. Выдох, дандасана. Задержка, аштанга намаскара. Вдох, буджангасана. Выдох, парватасана. Вдох, правая вперед, ашвасан чаланасана. Выдох, падахастасана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох, пранам асана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох, падахастасана. Вдох, левая назад, ашвасан чаланасана. Выдох, дандасана. Задержка, аштанга намаскара. Вдох, буджангасана. Выдох, парватасана. Вдох, левая вперед, ашвасан чаланасана. Выдох, падахастасана. Вдох, хаста уттанасана. Выдох,
пранам асана. И еще чуть побыстрее. Вдох 2. Выдох 3. Вдох правое назад 4. Выдох 5. Задержка 6. Вдох 7. Выдох 8. Вдох правое вперед 9. Выдох 10. Вдох 11. Выдох 12. Вдох 2. Выдох 3. Вдох левое назад 4. Выдох 5. Задержка 6. Вдох 7. Выдох 8. Вдох левое вперед 9. Выдох 10. Вдох 11. Выдох 12. Снова встаньте так, чтобы стопы были параллельны друг другу, ладони открыты вперед. Закройте глаза и понаблюдайте за ощущениями в теле. Мы закончили комплекс Сурья Намаскар. Приветствие Солнцу. Теперь ваше тело полно энергии, и вы готовы к тому, чтобы продолжать свой день. Вы познакомились с комплексом Сурья Намаскар. Спасибо вам! Вы сделали большой шаг к здоровью на всех уровнях своего бытия. Пусть этот комплекс станет вашей утренней зарядкой. Практикуйте его каждое утро, и вы увидите, как изменится ваша жизнь. Это просто чудо. Это видео – первое из серии видео, посвященных Шавананда-йоге. Я приглашаю вас познакомиться со следующими. Второе видео – это подробное объяснение полного сета классической традиции Шавананда-йоги. Это позволит укрепить тело и снять нагрузку с позвоночника. Это отличный способ обрести здоровье и осознанность в каждом мгновении. Третье видео предназначено для тех, кто освоил все асаны и готов практиковать в динамичном темпе. В нем даны техники освоения сложных асан – стойки на голове, скрутки позвоночника и другие. Я рекомендую его тем, кто бывал на моих занятиях или познакомился с полным сетом по второму видео. И, конечно, я приглашаю вас на тренинги и семинары, которые я веду в разных городах России, в Индии и в Европе. Добро пожаловать! Я желаю вам хорошей практики, осознанности и счастья!